Ссылка на книгу в описании под видео. Общая битва за Москву и битва за Берлин. Тезис. Победа Красной Армии в битве за Москву и победа Красной Армии в битве за Берлин существенно приблизили крах гитлеровской Германии. Обоснование. Победа Красной Армии в битве за Москву имела большое военное значение, поскольку немцы понесли большие потери в людях и технике, которые нечем было восполнить, так как к длительной войне Германия не готовилась. Например, пока немцы развернули производство техники и формирование новых дивизий, СССР развернул производство своей техники и формирование новых дивизий. В итоге Блицкриг перешел в затяжную войну на истощение, которую Германия не могла выиграть в силу нехватки людских и материальных ресурсов. Победа Красной Армии под Берлином также имела большое военное значение, поскольку немцы понесли большие потери в людях и технике. Например, была уничтожена крупнейшая группировка немецких войск численностью около 1 миллиона солдат. Такие потери Германия не могла восполнить, соответственно, остатки немецких войск в Чехословакии, Курляндии, на других фронтах просто сложили оружие после минимального сопротивления или вовсе без сопротивления. В частности, в ходе пражской наступательной операции советские войска потеряли убитыми 10 тысяч солдат и взяли в плен 850 тысяч немцев. Второе. Победа Красной Армии под Москвой имела важное внешнеполитическое значение, поскольку предотвратила расширение гитлеровского блока. Например, вступление Турции и Японии в войну на стороне Германии так и не состоялось. Победа Красной Армии под Берлином также имела важное внешнеполитическое значение, поскольку предотвратила возможный сговор США и Англии с Германией против СССР. Например, в марте-апреле 1945 года американская разведка и британская разведка провели совместную операцию «Sunrise». Это тайные сепаратные переговоры с представителями германского командования о прекращении сопротивления немцев на Западном фронте. Когда советская сторона узнала обо всем, возник скандал, и операция была прекращена, но если бы война продолжилась, политические разногласия между СССР с одной стороны, США и Англией с другой стороны, возможно, дали бы о себе знать. Быстро захват Берлина советскими войсками поставил точку на всех возможных комбинациях, закулисных интригах, тайных переговорах. Война просто закончилась и все. Ссылка на книгу в описании под видео.